В свете последних событий, когда техника заметно дорожает, а качество ее заметно снижается, у многих возникает логичная мысль. А не стоит ли купить технику ИБУ, хорошую, качественную, из Германии, из Австрии, Франции, из Финляндии, привезти ее, использовать ее здесь, потому что ведь эта техника была сделана для других стран, и она гораздо более надежна. Давайте разберемся с этим прямо сейчас. Всем добрый день, с вами снова Роман Четвертных, и сегодня мы с вами поговорим о том, стоит ли покупать БУ-технику из-за границы, или все-таки это опасное мероприятие. Первый и самый главный момент. Продается ли у нас хорошая, качественная БУ-техника из-за границы? Если вы зайдете на любой сайт, я не говорю про eBay, про обычный Amazon, то вы обнаружите, что очень многие товары продаются там БУ. Систему Trade-In придумали не у нас, Trade-In придумана там. И суть в том, что там продается очень много товаров БУ, и ни один немец, француз, либо англичанин не откажется от покупки хорошего БУ товара. Поэтому попадание БУ товаров высокого качества на наш рынок, вероятность того, что это произойдет, составляет примерно 0,001 или сотую или миллионную процента. Хорошая качественная БУ техника, как и хорошие качественные бывшие употребления автомобиля, очень быстро скупаются внутри самой Западной Европы, и путь на восточный рынок им практически закрыт. Причина появления каких-то приборов на нашем рынке, она довольно интересна. Давайте вспомним историю с японскими конструкторами. Закажите автомобиль из Японии, с огромной долей вероятности вы получите конструктор, то есть тот самый прибор, который приехал в виде хлама и был собран уже здесь. Примерно то же самое ожидает вас здесь. И не радуйтесь, если где-то на сайте написано, что техника, привезенная из Германии, в отличном состоянии, стояла у какого-то Ганса либо Тиля 10 лет в гараже, и он ей не пользовался. Потом ее привезли сюда, ее полностью перебрали и дают гарантию полгода. Что значит технику перебрали? Это значит, что вы купите Квазимодо либо Франкенштейна. То есть прибор сюда был ввезен в виде запчастей. Мастера из разных деталей, из того, что у них было под руками, просто собрали прибор, похожие на Куперсбуш, Мили, Бош, Фауцук и так далее. А многие из компаний, которые продают БУ-технику из-за границы, они дают гарантию полгода. Это примерно та гарантия, которая распространяется на детали, которые они туда поставили. Они точно знают, что эти полгода техника отработает. А что будет дальше? А дальше будет настоящий золотой дождь. Потому что к официалам вы обратиться не сможете. Такого прибора не существует. Сколько вы будете тратить на их ремонт, это фактически баснословные суммы. Вероятность того, что прибор отработает у вас счастливую жизнь 5-7-10 лет, составляет примерно 0%. Какие приборы строго не рекомендуется покупать из тех, что были перевезены из Западной Европы? Даже если вы знаете, что прибор был не собран здесь и не является конструктором, то есть вы могли каким-то образом проследить, что действительно он въехал сюда, то не рекомендуется покупать приборы, работающие водой, стиральные машины, сушильные автоматы и машины посудомоечные. Никто не знает, где стояли эти приборы. Стояли они в химической лаборатории, в каком-то лепрозории, чем они занимались, не разбивал ли кто-то туда градусник и что за одежду из какой-то разрушенной атомной станции там стирали. Проверить эти приборы невозможно. Прочистить их можно, только полностью перебрав и заменив все детали. Поэтому смысла в покупке подобных приборов нету, а риски в этом случае получаются очень высокими. Исключение составляет ситуация, когда вы хотите купить стиральную машину и поставить ее на съемную квартиру кому-то. Но опять же, это не очень хорошо по отношению к вашим квартирантам. При покупке БУ-приборов обязательно проверяйте их. Не рассчитывайте на слова продавца о том, что 100% он работает, приедете домой, потом проверите. Или я уже отключил его от воды, или я отключил от электричества, либо холодильник нельзя включать на 5 минут. Приготовьтесь к тому, что если вы покупаете приборы у кого-то дома, то необходимо находиться там как минимум 40 минут в час, чтобы пройти цикл работы посудомоечной машины, стиральной машины, убедиться в том, что она не протекает, у нее нет никаких критичных повреждений. Какие приборы можно покупать из-за рубежа практически без опаски? Это духовые шкафы и варочные поверхности. Эти приборы можно прочистить, их можно промыть, они все полностью у вас как на ладони, вам необходимо проверить герметичность духовом шкафу, то, что он поддерживает температуру и целостность стеклокерамической поверхности варочной, ну и, соответственно, то, что она включается и работает. Ресурс этих приборов, если их не повреждали, можно считать практически бесконечным. Не рекомендуется покупать вытяжки и холодильники. Вытяжки, по сути, это легкие какой-то квартиры. То есть какой-то человек на протяжении 5-6-7 лет усиленно курил в этих легких, а вы потом берете и ставите их себе. Вытяжка не чистится. Вытяжка – это одноразовый прибор. В данном случае очистить ее и вернуть в первоначальное состояние не представляется возможным. Это все равно, что покупать бывшее употребление унитаз. Фу. То, что касается холодильников, казалось бы, вот оно. Они не работают с водой, у них нет никаких подводных камней, но у холодильника есть один очень важный расходный ресурс. Это его компрессор. Компрессор холодильника теряет свой ресурс, и чем хуже условия его эксплуатации, чем чаще открывали его дверь, чем было жарче либо холоднее вокруг него, тем сильнее его ресурс падал. Поэтому, если вы покупаете холодильник, который отработал 5 лет у кого-то, то будьте готовы к тому, что этот холодильник вполне вероятно у вас отработает
полтора-два года. Если холодильник был в эксплуатации 10 лет, и вам говорят, что он миллионник, не верьте этому. Бэушный холодильник не только впитывает запахи своих предыдущих владельцев. Проблема еще в том, что ресурс компрессора невосстановим. И чаще всего вам придется подводить под замену и компрессор, и уплотнительные резинки. А во многих случаях это касается и других деталей самого холодильника, включая электронные модули, которые могут просто не выдержать столь большой перегрузки. Исключением из этого всего списка является покупка промышленных БУ приборов. Правда, они покупаются официально и везутся, завозятся по официальным каналам и сертифицируются. Поэтому вряд ли этот вопрос заинтересует тех, кто смотрит это видео. Но промышленные приборы, привезенные из Европы, сертифицированные, имеющие сквозные номера, безусловно, можно устанавливать, и этот бизнес тоже хорошо развит. Но вряд ли вы их будете покупать с рук. Поэтому давайте подведем итог. Покупать приборы, связанные с водой, строго не рекомендуется. Покупать холодильное оборудование также не рекомендуется. Из безопасных покупок это варочные поверхности и духовые шкафы, которые нужно проверять. И опять же, всегда проверяйте, не рассчитывайте на слова продавца, не рассчитывайте на обещанную гарантию. И если вам утверждают, что этот прибор приехал из Германии, его тут проверили, собрали, и пытаются вам продать за копеечную цену, то будьте готовы к тому, что это неправда. И прибор является настоящим квазимодо, который вряд ли будет радовать вас оставшуюся жизнь. Если вам требуется консультация по подбору бытовой техники, пожалуйста, обращайтесь. В описании этого видео есть ссылка на мой сайт, где можно заполнить анкету и получить все необходимые данные и ответы на свои вопросы. Всем огромное спасибо, до будущих встреч, до свидания. We'll be right back.